В России могут вернуть продовольственные карточки для населения. Розничная торговля терпит убытки. Реальные доходы граждан снизились, соответственно, и покупательская способность стала меньше. По замыслу Министерства промышленности и торговли, по продовольственным карточкам отдельные категории нуждающихся смогут приобрести набор определенных скоропортящихся продуктов – овощи, фрукты, яйца, птицу, молоко и молочную продукцию. Продовольственную помощь предлагают ввести в два этапа. С 2017 года перечислять из бюджета в качестве адресной помощи определенную сумму на карточку. Она будет действовать в торговых сетях и магазинах, которые примут участие в программе.